Федерация бокса Вологодской области поддерживает нашего президента и поддерживает наши вооруженные силы, которые проводят военную операцию в Донбассе. Мы, спортсмены, всегда поддерживали своих ребят и в горячих точках, и в Афганистане, когда шла война, и когда две кампании были чеченские войны. Мы всегда были вместе с ними. Много турниров Федерация бокса Вологодской области проводит в памяти наших земляков, которые участвовали в военных операциях, готовы всегда прийти на помощь. Всегда поддерживаем наших и земляков, и вообще всю Россию вот в этой военной операции. Всегда, все равно победа будет за нами. Мы воюем не с украинским народом, а мы наводим порядок и желаем, чтобы украинская земля освободилась от нацистов.